А вот как отметили День знаний в гимназии номер 9 Черкесска, расскажет Альбина Ламкова. Не судите слово нас, и идет первый класс! Торжественные линейки в этом году состоялись только для первых и одиннадцатых классов. Посещать школы придется по новым правилам. Что не скажешь о традиционных бантах, воздушных шарах, лентах и цветах. Наши дорогие дети и родители, от души поздравляю вас с Днем знаний. Хочу всем пожелать чувствовать себя уверенно и поддерживать друг друга в минуты трудностей. Первый день можно считать состоявшимся. Учебный процесс стартовал в щадящем режиме. Классы на торжественную линейку собирали поэтапно, где для каждого из первоклашек первый звонок все же прозвучал. Герои дня – первоклашки. Они делают первые шаги по коридорам и проходят свои классы. И по традиции первый урок – День знаний. Очень рада, что мы пошли в первый класс. Читать, да. Писать я умею. И я. Несмотря на ограничительные меры, в школе царила праздничная атмосфера. И только взрослые понимают, какой ценой достался этот праздник. К сожалению, родителям вход в учебное заведение запрещен. Но все с пониманием воспринимают распоряжение Роспотребнадзора. Сегодня такой праздничный день. И поэтому я всех ребят поздравляю с 1 сентября. Желаю им получать максимально знания, впитывать от учителей, которые они стараются давать. Сезон 2020 года обещает несколько изменений в учебном процессе для прохождения его в очном режиме, но с соблюдением всех условий, как это требует Роспотребнадзор. Для первоклассников уроки будут проходить 35 минут. Каждый класс нашей школы знает свое время начала обучения. Существуют три входа и выхода из школы. Каждый класс знает, во сколько он будет заходить, как он будет выходить. Перемены мы тоже будем соблюдать, потому что, чтобы было меньше столкновений детей на переменах. Конечно, как и прежде, не изменилось только одно – одна из основных задач учителя, которая призвана сформировать у ребенка потребность к знаниям. Сегодня у нас первый учебный день, прошла наша первая линейка. Мы встретили ребят в нашем классе, начинаем новую жизнь. 1 сентября каждый год проходит особенно для всех, кто принимает участие в этом важном событии. Сегодня старт дан, и 1000 детей по всей республике начнут получать, пожалуй, самое главное в жизни – базовое образование. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.